И давно у тебя эта доска? Это не важно. Итак, знаешь правила игры? Нужно положить руки на указатель, задать вопрос и ждать ответа. Еще ее называют поболтать. Но так или иначе, нам нужно водить по кругу указатель, пока вызываем духа. Может, свечи зажечь, чтобы точно получилось? Нет, так в фильмах делают или колдуны какие-нибудь. Это просто игра, она не взаправду. Тогда, может, и свет выключить? Ладно, просто спросила. Итак, ты готова? Нужно сказать три раза «Уиджа», чтобы сработало. Уиджа, Уиджа, Уиджа. Есть здесь кто-то еще, кроме нас? Если мы не одни, дай нам знать. Это полный бред, Хади. Ты можешь еще немного подождать. В этом деле важно терпение. О, теперь ты в сеансах начала разбираться. Так, во-первых, сеансы — это когда группа людей сидит за столом и смотрит в стеклянный шар. Ясно? А это настольная игра, Габи. Это все неправда. Поняла? Попробуй еще раз. Уиджа. 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 Я вызываю души мертвых. Если здесь есть кто-нибудь, пожалуйста, дайте знак. Это ты сделала? Нет, не я. Хватит прикалываться, Хайди. Клянусь, я не двигала. Ты всегда так делаешь, хватит уже. Ничего подобного. Мы сидим с тобой в кладовке и играем в игру. Ничего, Хайди! Давай закончим. Ты доказала, что права. Нет, стой. Давай узнаем, что он хочет. Идея так себе, Хайди. Что ты как маленькая? Нет, я больше не играю. Ты призрак? Похоже, что нет. Как тебя зовут? Так, если хочешь задать вопрос, руки должны быть на доске. Как тебя зовут? Р. Э. Е. М. О. Н. Д. Реймонд, не похоже на имя духа. Что ж, Рэй, чего ты хочешь? Ты слышала? Что именно? За моей спиной кто-то есть. Ты же говорила, что что-то слышала. Слышала. Почему ты такая испуганная? Не видела что? Прямо за твоей спиной. Там стоял мужчина. За моей спиной никого нет, Габи. Ясно? Это просто глупая игра. Я хотела, чтобы ты немного встрепенулась. Тебе не кажется, что ты слегка переигрываешь? Адская ночь.
Эй, лови. Спасибо. Стоило тебе сказать, чтобы сигарет купила. Ничего, там есть еще. Можешь сходить и купить, пока я заправляюсь. На озере стрельну у кого-нибудь. Кстати, не собираешься на яхту со мной и Самантой? Не люблю лодки. Ты же знаешь, меня укачивает. Да брось, я арендовала ее для всех. Будет весело. Ни один доллар твоего папочки не заставит меня сесть в эту лодку. Ни один? Ну, тогда их должно быть много. Ладно, знаешь что, если ты не будешь с нами на яхте, остальную часть пути ведешь ты. И тогда я буду стрелять сиги весь день. Справедливо. Эй, Шейн. 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 Что? Ты не видела мою книгу Барри Диксона? Мам, я даже не знаю, кто это. Толстая белая книга про интерьер. Думаю, сделает ремонт на втором этаже. Нет, не видела. Блейк спрашивала. А я пыталась позвонить, но абонент недоступен. Где она? Так ты пойдешь в бар со мной и Самантой? Нет, если ты помнишь, завтра я уезжаю из города. Серьезно? Да. И куда ты едешь? В Буну. В 3-4 часах к северу отсюда. Арендовала домик на пару недель. Едешь с семьей или как? Нет. Честно говоря, уезжаю от семьи. Сбегаю ненадолго, если ты понимаешь, о чем я. Подожди. Ты арендовала дом на 2 недели и даже не собиралась мне рассказать? Ну, это что-то типа фермы. Фермы? Да. Подумала, что тебе будет неинтересно. Это надолго. А во сколько все обошлось? На удивление, мне предложили хорошую цену. Дом пустовал 2 или 3 года, так что... Да, заметно, что ты не местная, если считаешь поездку отдыхом. Знаю. Просто мне необходима тишина и покой. Другого выхода не вижу. Да уж, особенно в том жутком доме. В смысле? Ты вообще не в курсе? Когда мы были детьми, нам рассказывали байку о женщине в черном, которая обитает в том доме. Говорят, ее муж частенько изменял ей, и это свело ее с ума. Она не выдержала и убила себя. Но это не самое страшное. Он снял ожерелье с ее шеи во время похорон, которое досталось в наследство от бабушки. И каждого, кто наденет это ожерелье, она убивает. Так значит, в моем доме обитает мертвая женщина? А вообще-то это ты живешь в ее доме. Ясно. Надеюсь, ты не веришь во все эти бредни, правда? Говорю же, просто байки. Ну вот что я тебе скажу. Ожерелье, которое она носила, так и не нашли. Представь, сколько оно могло бы стоить. Ладно. Давай так. Если я его найду, оно твое. Thank you.
Ты говорила, что бросишь. Почти бросила. Думала, ты не пьешь газировку. Мам, как ни странно, я учусь. И мне нужны силы, чтобы учиться по ночам. Заработаешь диабет, потом не жалуйся. Скорее ты заработаешь рак легких, чем я диабет. Возможно. Приветик. И что ты тут делаешь? Ничего. Ну, должна же быть причина, по которой ты сидишь ночью на крыше, а не в комнате. Еще не привыкла к этому месту. Да. Оно определенно отличается. Ты права. Когда я выиграла, только он был рядом. Иди ко мне. Я скучаю. Нам всем не хватает его, Шейн. Брось. Ты вообще не проявляла эмоций, как это случилось. Позже ты поймешь. Каждый переживает горе, как умеет. И это не значит, что мне все равно. Но... Знаешь, я подумала, что мы давно не проводили время вместе, с тех пор, как я вернулась из школы. Может, когда я вернусь из поездки, ты захочешь, чтобы мы собрались и сделали что-нибудь вместе, как в старые добрые времена. В старые времена. Да. Согласна? Да. Супер. Договорились. Дом, милый дом.
Алло? Привет. Как дела? Привет. Только заселилась. А у тебя как дела? Схожу с ума от скуки. Мама достала уже со своим ремонтом. Позвони друзьям, выйди погуляй. Все мои друзья в 40 минутах отсюда, а прав у меня нет. Ну смотри, если хочешь и сможешь найти водителя, приезжай ко мне на пару дней, отдохнешь. Адрес отправлю смс-кой. Это было бы круто. Мам? Повеси, Блейк. Мам, можно потише? Я говорю по телефону. Мам? Мама, ты там? Ну все, я вернулась. У вас там все хорошо? Да, кажется, кот на чердак залез и шумит. О, боже. Я так рада, что я сейчас не дома. Блейк? Слушай, погоди, Шейн. Телефон садится. Блейк, слышишь меня? Алло, ты там? Алло? Кто там? Это было офигенно. Как и всегда. Кто это? Никто. Мобильный оператор. Схожу за водой. Пить хочешь? Нет, спасибо.
Мне реально нужно валить отсюда, Сэм. Больше не могу игнорить извещение о выселении. Можешь работать со мной в Спенке. Прости, но я не стриптизерша. Знаешь, я тоже. Барменить среди голых сучек, пока те косят бабки, так себе перспектива. Тогда почему тебе не переехать к Томми? С чего бы это? Вы разве не вместе? С чего ты взяла, что он мне интересен? У вас же был секс. Пару раз, но это не значит, что мы вместе. Тогда выход один. Ограбить банк, иначе таких денег здесь не заработать. Точно, ты гений. Что, ограбишь банк? Нет, конечно, нет. Я ограблю Блейк. Погоди. Блейк? Да почему нет? Денег у нее много, и она только переехала в дом Хью. Верно, но ты и я — единственные, кого она знает в этом городе. Плюс, только мы знаем, что она богата. А как насчет парня, которого нанял твой отчим? Попросим его? Он здесь при чем? Сможет нам помочь? Ну, я спрошу, но я бы не советовала с ним связываться. Он просто нам поможет. Деньги возьмем мы, он займется Блейк, получит свой процент, мы останемся вне подозрений, и я сваливаю из города. А, от Блейк придется избавиться. Издержки риска. Ну, если ты уверена, что получится. Еще как получится. Черт. Вот куда она их отнесла.
Ух ты. Эй, Шейн, можешь спуститься? Я иду. Погоди секунду. Вот, блин. Срань. Джейсон говорит, что свет пропал в трех округах. Но не здесь. Хлоя. Хлоя? Что? Что мы здесь делаем? Мы? Ничего не делаем. Эй, подожди. Я думал, ты хочешь сделать... Сделать что? Ты знаешь.
Серьезно? Что? Тебя вообще волнует что-то еще, кроме члена? Нет сигнала. Нет сигнала. Нет сигнала. Восхитительно.
Серьезно? Где, блин, деньги? Бинго. Прости, милый. Осталось решить последний вопрос. Алло? Привет. Как поиски? Нашла что-то в доме? Не совсем то, что хотела. А у тебя что? Да, парень разберется с Блейк, но заплатить ему нужно будет обязательно. А если не заплатим? Не заплатим? С этим парнем лучше не шутить. Мы взяли его в дело, и если не рассчитаемся с ним, нам обеим конец. Я сама туда поеду. Хлоя, это очень плохая идея. Что может быть еще хуже? Ну, он найдет тебя без денег и затем прикончит нас обеих. Я погрязла в этом вместе с тобой, Хлоя. Не драматизируй. Я смогу о себе позаботиться. И что ты будешь делать? Я достану наши деньги. Ну же. Блин. Зараза. Черт. Проклятие. Сюда.
Эй, я знаю, ты здесь, выходи. Куда она делась? Есть кто дома? Есть кто дома? Чёрт. Блейк, это Хлоя. Блейк.
Все хорошо. Я не обижу тебя. Меня зовут Блейк, а тебя как? Это твое? Да? Хочешь забрать? Все хорошо, я не обижу тебя. Можешь забрать. Как тебя зовут? Даниэла. Даниэла, красивое имя. Что ты здесь делаешь в такую погоду, Даниэла? Тут очень опасно. Ты знаешь, что случилось с двумя сестрами, которые жили здесь? Они вызвали ее сюда, играя в игру. Вернули ее к жизни. В какую игру? Они отправили сообщение с помощью букв на полу. Ты говоришь об Уидже? Не произноси это имя! Никогда не произноси это имя и не играй со злом! Я не понимаю, Даниэла. Сожги игру. Этого дерьма еще не хватало. Она вернулась. Кто вернулась? Кто она? Она плохая. Очень. Очень плохая. Что ты тут делаешь? Перейду сразу к делу. Мне нужно то, зачем я пришла. Ты мой выход из этого города. О чем ты вообще? Прошу, брось деньги, Блейк. Ты единственная, у кого они есть. Деньги? У меня пара сотен баксов в кошельке. Твою мать, я могу пойти и принести их. Я говорю о большой сумме денег. Ладно, можем сесть в машину, поехать к банкомату, и я сниму деньги. Нет, мы поступим следующим образом. Что это было?
Я знаю, наверху кто-то есть. Это не смешно. Что? О, нет, нет, нет. Нет.
кто-нибудь, помогите мне! Выпустите! Нет! Помогите, кто-нибудь! Выпустите меня! Откройте дверь! Выпустите! Быстрее, быстрее. Так, давай, давай. Прошу, прошу, прошу. А ты молодец. Не из робких. Где Сэм, Хлоя и все деньги? Какие деньги? Я не понимаю, о чем ты. Знаешь, обычно я не трогаю девушек. Но если ты не скажешь мне, где Хлоя, я могу сильно разозлиться. Я услышала крики возле конюшни и пошла туда. Прошу, выслушай меня. Здесь происходят странные вещи. Нужно выбираться отсюда. А теперь я расскажу историю, которую ты наверняка не знаешь. Видишь ли, твоя подруга, Хлоя, развела тебя, вошла в твой дом и пропала. А ты в страхе убегаешь, словно призрака увидела. Говорю же, я не знаю, где Хлоя. Я не знаю. Не знаю. Отпусти меня, прошу. Пожалуйста. Пожалуйста. Мы оба понимаем, это невозможно. К тому же ты видела мое лицо. Поэтому спрашиваю в последний раз. Где Хлоя? Она ушла. Если Саманта украла деньги, мне бы она точно не сказала, где спрятала их. Возможно, ты права. Но, к твоему сожалению, я приехал сюда не только за деньгами.
Думаю, нам придется отложить сие деяние на некоторое время. Не беспокойся, сладенькая. Я скоро вернусь. Вот об этом я и говорил. Thank you.
Блейк? Блейк?
«Адская ночь».